Голливуд однозначно вытеснил, потому что вот этот лоск, вот эта вот быстрота, темп, конвейер, он качественный конвейер. Но я стала замечать, что после просмотра какого-то голливудского кино или мультфильма не остается эмоционального осадка. А вот это уже искусством нельзя считать. И радуюсь, когда посмотрю фильм, после которого я хожу и думаю дня два, наверное. Это фильм, который оставляет именно отпечаток эмоциональный. Из Голливуда к нам пришла некая бездушность. Поэтому вот эта вот душа, которая жила, вот сравните даже темп монтажа, какие были в наших сказках, все неторопливо. Есть время подумать над каждой фразой, есть время полюбоваться картинкой. И сейчас в каком это темпе нарублено все. Это действует на психику, потому что не все люди, не у всех людей жизненный темп совпадает с темпом, с таким быстрым темпом жизни. Поэтому это тяжеловато. Вот лично мне тяжеловато воспринимать такие темпы.